Приветствую всех, с вами Маркелов Борис. Это второй урок из курса молодого бойца. У многих возникают вопросы, где искать партнеров. То есть для нас это давно уже не вопрос, так как бренд наш раскручен, и у каждого есть своя страница ВКонтакте или в какой-то социальной сети. Даже вот давайте пройдем там, например, это мои партнеры, Сергей Макаров. Ему партнеров искать не надо, к нему партнеры добавляются сами. Так как мы добились таких успехов, как можно просто без денег получать трафик на свою страницу? Ребят, мы занимаемся CryptoHands'ом, и вы все прекрасно знаете, что CryptoHands это реально тот продукт, тот сервис, тот смарт-проект, в котором можно реально зарабатывать. Смотрите, когда я провожу трансляции, под ними обязательно пишут люди. Но люди пишут разные комментарии, и тем не менее, смотрите. Вот мне сегодня написал человек какой-то, и он, кто не умеет приглашать, тот все потеряет все. То есть вот с такими людьми мы и будем работать. Например, этот человек мне написал. Обязательно ему нужно ответить под его сообщениями, но где же искать партнеров? То есть нужно все-таки думать, что люди в социальных сетях собираются для общения. Где мы ищем людей? Конечно, в группах, либо ищем людей, которые занимаются одноименными какими-то сообществами. То есть сообществами, которые занимаются, например, той же самой криптовалютой. То есть мы, например, можем найти человека. Заходим в новости. Это я вам показываю, как искать. Мы ищем сообщество. И здесь мы, например, пишем криптовалюта. Криптовалюта. Смотрите, показать все результаты. Сейчас нам... может быть, интересны люди как таковые. Смотрите, вот эти все люди занимаются криптовалютой. Вот эти все люди занимаются криптовалютой, и не обязательно их добавлять в друзья. Также есть сообщество. Вот 44 человека занимаются криптовалютой, и это самые топовые люди, которые это делают. Например, Андрей Криптовалюта. Вот заходим к нему. И что мы видим? То есть мы видим, что у него под постами, например, писать нельзя. То есть пока вы не добавите его в друзья, ему писать нельзя. Мы ищем именно, например, бесплатная криптовалюта. И ищем те именно сообщения, где можно написать комментарий. Давайте в сообществах поищем. Вот, смотрите. Криптовалюта биткоин, криптотрейдеры, бизнес, деньги, криптовалюта и так далее. То есть вот отсюда и будем брать трафик. Как мы это будем делать? Мы будем заходить и смотреть, можно ли здесь писать какие-то комментарии. Смотрите, вот вчера Александр написал... Так, заходи, не бойся, за переход дают 2 доллара, за регистрацию 10 долларов. Что мы можем сделать? Мы можем сделать, оставить какие-то свои комментарии. Но комментарии также должны быть обдуманные. Вот смотрите, участников здесь 23 690 человек. Смотрите, если мы зайдем и напишем «Отличное предложение». Ну, можно добавить там какой-то комментарий из нескольких слов, лучше 4-5 слов добавлять и так далее. То есть, вот вы ищете именно такие группы, заходите в такие группы, где побольше человек, где люди участвуют, где это
проходит, то есть давайте мы смотрим, здесь комментариев писать нельзя, мы просматриваем также инвестиции, криптовалюта, бизнес, мы ищем, 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 там, где можно написать. Смотрите, если в группе вот каждые 2 секунды что-то обновляется, то здесь смысла писать никакого нет. Потому что это все здесь работают роботы. Мы можем заходить непосредственно, например, к человеку на страницу и комментить. И комментить, например, его фотографии. Все, все, вот таким вот образом мы можем набирать трафик. И я думаю, что если вы будете писать 15-20 сообщений, не сообщений, а именно комментариев под какими-то либо постами, либо под какими-то фотографиями. Вот смотрите, здесь записи сообщества, здесь 14 тысяч человек. То есть в любом случае вот эти люди, я так думаю, что они каким-то образом связаны с криптовалютой. Не нужно писать там, осуждать какие-то проекты еще. Просто заходите и отмечайтесь под каждым постом, который вам понравился. То есть... Ну, я говорю, трафика в социальных сетях можно достать очень много. Очень много. И таким вот образом можно достать очень качественный трафик. И процентов на 80 я уверен, что комментарий, который вы будете оставлять, например, осознанный комментарий, опять же, я повторяюсь, осознанный комментарий, который вы будете оставлять под постами, либо, смотрите, еще как вариант, вы заходите в новости, и мы что смотрим? Мы что смотрим? Здесь у меня в основном друзья. Вот смотрите, Владимир Берген, он занимается Этеном. Что мы можем здесь написать? Сразу смотрим, когда сделан был этот пост. Час назад заходим к нему на страницу. Он у меня в друзьях. И просто отмечаемся у него под постом. То есть мы смотрим, что автопостингом как таковым он не пользуется. Мы просто отмечаемся под постом. То есть мы пишем какой-либо комментарий. И я думаю, вот с его количества друзей и общих друзей и подписчиков, я думаю, рано или поздно он зайдет к вам на страницу. Но опять же говорю, что подписываться на него не обязательно. Просто мы заходим и оставляем комментарий, например, под его фотографией. Ну, не хотите комментарий писать, можете вот так вот смайлики поставить. Что происходит потом? После этого он, когда заходит к себе на страничку, он смотрит, ага, Борис Маркелов заходил, лайки поставил. А чем этот Борис Маркелов занимается? Он заходит, а у меня здесь к нему предложение в закрепленной записи. Это то, о чем я рассказывал в предыдущем посту. То есть лайки можете ставить, комменты писать и таким образом набирать, вот таким хитрым образом набирать себе трафик на свою страницу, ну, как коннектить именно людей. Общайтесь больше в соцсетях, и тогда у вас все получится. На этом второй урок закончен. Домашнее задание – найти сообщество по криптовалюте, найти людей, которые занимаются криптовалютой, зайти к ним, добавлять друзья не обязательно, поставьте им лайк и напишите какой-то обдуманный комментарий, но напрямую не давайте им рекламу, что вы занимаетесь каким-либо проектом. Просто оставьте свой какой-то позитивный комментарий. Всем привет!